Я Люба Шевцова. Я тоже погибла. Ха! Брюкнер прозвал меня дочерью чумы. На последнем допросе вместо слов я пробила ему чечетку. Чтобы сломить меня, били электрическими проводами. Было очень больно. Чтобы не заплакать, я прикусывала губы. Я искусала их в кровь. В крови были не только мои губы, но и весь деревянный толчан, на котором меня били. Как я могла говорить что-то, когда молчала Улька Громова, которой прожгли пятиконечную звезду на спине? Молчал Ваня Земнух, который не произнес ни дня своего ареста. Молчали все. Меня расстреляли последним. Ребят не стало 31 января. Меня же мучили до 7 февраля, пытаясь выведать шифр радиопередатчика. Меня хотели поставить на колени и выстрелить пулю в затылок. Но я не встала на колени и приняла пулю в лицо.